Всем привет, ребят, приветствую на канале. Ну вот, в общем, тут я на скамейке-то посидел, пошел сюда, а тут, оказывается, вот что есть. И... Пух. А я тут не был. А я тут не был. Где что здесь? Это все? Прошу прощения. А, еще ниже. Есть. О. Блин, зараза. Так. Кто-то тут есть, кто-то тут есть. Есть. Есть, конечно. Как без этого? Ага. Ты невнимательно я ходил. Кстати, я вспомнил, что в этом тоже в Грязьмуте, по-моему, тоже где-то был проход, и я его тоже профукивал. Ага, еще есть дальше. Хорошо. Идем еще дальше. Сейчас мы здесь. Так. Ёшкин дрошкин. Не догонишь. Так, малипуська. Блин, конечно, это я где? Куда я попал-то, а? Так, вот я вижу. Вижу еще одного смертника. Блин, не дай боже, тут босс будет, а? Ёкала баба, нифига себе подстава какая. Так, ладно. Что делать нам? Блин, а. Так, вот и подъем наверх. То есть наверх иду. Да, блин. Заколебали они. Да, в общем, каждый кусок надо внимательно проходить игры. Вообще, я даже бы не увидел, если бы не помощник прохождения, что там земля трясется. Спасибо ему. Глаз алмаз, как говорится. Так. О! Так это я к пчелкам все-таки попаду, что ли? Так. Да что такое? Давай. Тут двойные удары по мне вообще. Боже, колебала ты, а, Жужа. Деньги. Ради денег придется спуститься. Так, и... подлечиться. Кстати говоря, а что-то у меня... А, ну правильно, меня же уже отобрали, а не мои... две жизни эти, которые у меня есть. Так, ребята, что такое? Ой. Ой. Оба-на. Быстрый удар. Видали, что еще один амулет я нашел. Так что не зря я сюда пошел. Как вы смотрите, какой сзади красивый скелет, да?
Чужие напоминает. Такого босса древности. Так, жужи-то тут не зря летают. Однозначно. Опа. Ай! Ай-ай-ай. Так, есть кирдаки. Ай! Ай! Валим, 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 валим. Ты, блин, смотри, что дело. Там он прям все равно в притирочку встает. А, ну вот и все, я сюда и вернулся. Так. Ну и посмотрим, что тут получилось. Это где мы были? Ага, во как. Обошли и сюда вернулись. Понял. Ну ладно, сейчас попробуем еще куда-нибудь сбегать. Или я поднимался, тут закрыто было. Так. Так, я где сейчас? Нет, нет, там вот выше куда-то есть. Вот сюда. Блин. Я точно тоже тут не был. Ёкова баба, вот видите. Второе тайное место нашел за сегодня. Ну как сказать, за сегодня, за сегодняшнее прохождение еще раз. Все-таки игра хорошая, но надо с ней завершать. Ай, ёкалабабай. Так, нормально. Ага, тут закрыто. Обратим внимание, что закрыто. Тут везде все закрыто. Плохо. О, скамейка, давайте перед дракой. О, так это дальше больше-то я никуда не схожу. Так, давайте посмотрим карту. Ага. А нет, там наверх есть проход. Значит, тут скамеечка не зря дана. Бам. А, спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Птички уснули. Пруду. А. Ты чё машешься? Блин, а. А! Сейчас у меня убьет. Если дотянется. Ага. Так. Ага. Убил. Ну ладно. Тактика нас подвела. С ним. Ага, так вот неплохо вышло. Да я просто на деньги, вот увидел эти деньги. Видали тут, что творится? Так, погоди. Вроде и меч длинный у меня, а толку нет. Так.
Блин! Опять меня попало, а? А! Не убивай! А. Опа! Оп! Оп! А. Так, ну пока неплохо. А. Ну, по какой-то медленный, он так-то меня уже давно должен был убить. О, ес, АБХСС. Фух. Это было тяжелее. Так, это что, новая зона? Он гонится за мной. Давай, получи. Получи. Так. Кто там бегает? Куда идти-то мне, кстати говоря? Ого. Тут закрыто все. Так. Так. Так, а тут-то я сверху... Я же тоже тут могу идти куда-то. Сейчас, ну-ка, давайте посмотрим. Ага, во. Я здесь пришел, все понятно. Так, значит, сюда, да, правильно. Я шел. Ой, ой. Так, ага, ага. И что это я открыл? А, это я туда, где я был. Офигеть, вот это я пропустил тоже райончик. Невнимательно. Ого. А! Так, я тут-то могу вот так вот уйти, конечно, от него. А! Блин! Сколько у него сейчас опять на вас все будет по новой? Видали, как наши мечи с ним скрестились? Опять. Ага. Так, ладно, я отойду. Так. Есть контакт. Блин, похоже, с ним по новой дерусь, потому что... Ох, есть все. Тактику я избрал правильно. Фотографии видите, какие тут? Семейные. Семейная идиллия. Так. Куда-то я выхожу. Так, ладно, давайте наверх сходим ради интереса. Тут вон наверх можно пойти. Ага. О, блин, там подъем наверх. Так, там налево, тут наверх. Ну, пойдем налево. Сперва сходим тогда. В принципе, у нас с жизнями все шикардозно. Так. Ой. Ага, что-то я открыл. А, видимо, тут закрытый был проход какой-то. Нет? А, да, тут был, видимо, закрыт проход. Я его теперь открыл, все понятно. Так, ну ладно. Возвращаемся наверх тогда. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, все будем сейчас проходить области, которых мы не ходили. Чтобы пройти игру. Полый рыцарь.
Жик-жик-жик-жик-жик-жик, идем направо, направо, направо. Направо вверх, а влево что? И влево вверх. Угу. Ну ладно, пойдем по леву тогда. Раз все равно уже вверх. О, слышите, гуся? Гуся, 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 гуся. Так, там кто-то лежит. Пока туда не пойдем. Пойдем гуся, гуся, наверное, по правому ходу. Да, тут гусенок. Опять там этот большой. Гуську защищает. Да и не один. Блин. Дай ты, уйди ты. Да, блин, я уйти хочу. Зажал меня этот толстопуз, блин. Так, ладно, есть контакт. Тактику мы с ним избрали, это правильно. Просто ее надо исполнить, а у него один удар, две моей головешки. Есть. Есть. Я же гуся. Подарочек. Свободу. Так. Угу. Предположительно, не зря скамеечка у нас была там. Это вот этот проход налево, который был, да? Потому что... А вдруг там будет шеф? Но, ладно. Не, просто я давно сохранялся. Я что-то как-то это боюсь. Что-то мне надо, конечно, сходить, мне кажется, на скамеечку. Все-таки, потому что, ну его нафиг. Потом что делать-то на. Так, а, где скамейка-то? Я что-то парюсь. Так. Погоди, погоди, ниже, что ли, она? Так. Я уже тут парюсь, 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 парюсь. А, вот она, да, тут скамейка. Фу, сохранимся, чтоб потом, если что, оттуда уже идти. Браво! Так. Еще выше. Ой, а что за вход куда-то? Какой-то красивый. О. Так, а скамейка-то где? Она в другой части. Она в другой части. Так, она где-то вот тут. Ты зараза, а? Ну ладно, тут все равно мне сейчас будет скамейка, так что мне без разницы потеря этой жизни. Бамс. Так, карту обновили мы. Йока. Ух ты, к хранителю какому-то мы пришли. Так что, в принципе, наверное, может быть, я и не зря, потому что там будет шеф. Нет. Так, нам с тобой жизни вообще сейчас не надо тратить. Извиняй. Но у меня другая цель. Блин, все по новой. Вот это вот засада, конечно. Так, не особо, конечно, тут их и много, но... Малоприятного. Так, ну и смотрим, кто здесь.
Так. Защитить печать. Сильная оболочка. Ага. Ну, я же говорил, босс. Рыцарь-хранитель. Здорово. Ты. Этот. Их два. Это что такое фигня-то? Так нечестно. Умрите нафиг. Я вообще не готовился к вам. Да, ребят. На этой веселой ноте, наверное. Хорошо, что я сохранился. И хорошо, что сохранился. Ну ладно, ребят, вот теперь знаем еще боссов. И увидимся в следующий раз. Покеда. Всем привет, ребят. Снова приветствую на канале Logo and Play. В общем, вкратце, я тут... в городе слез нашел кое-кого, с кем подраться. А также я прошел зеленую тропу наконец-то полностью. Там я встретил мастера Шоу, или как его, не помню. Там он мне научил гвоздем управлять, но, к сожалению, у меня это видео не записалось. Но теперь все, как вы видите, у меня, да, вот выше, вот видите, там где над под озером Уни скамеечка, да. Все, я это дошел. То есть, в принципе, у меня, наверное, я думаю, только где темную материю надо, чтобы теперь пройти. Я вернулся сюда. Мне, в общем, вроде как подсказали, спасибо, мои любезные подписчики, что где-то, где первый раз я пчелок увидел, тут надо ломать проход. Пчелок вот я увидел здесь первый раз. Вот они, да? В улей, проход в улей. Ну так, надеюсь, что проход-то не здесь, где-то, а где-то в другом месте. Так, ну да, на где-то повыше, да? Будем считать. Так, тут нифига не ломается. Так. Тут тоже не ломается. Ай. Бам. 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 Так. Но это не там уже считается, где я пчелок первый раз-то встретил. Это уже другое место, фактически-то. Тут вот пчелок я первый раз же увидел. Ха-ха! Спасибо, темный художник. Ай! Ай! Зараза! Не даете мне тут пройти. Вот оно как. Да блин, тут вообще фиг поймешь, что сюда можно. Тут только сумасшедший мог понять, что сюда можно. Офигеть, блин. Ладно, никого не хотел обидеть, что кто-то сумасшедший просто, что улей, да. Тяжело это сделать просто так-то. Так, ух ты, ядренки-батонки. Кто любит мед, всем сюда. Опа, фиолетовые пчелки. Это их мамулька. Нифига себе, она неубиваемая какая. Ага, родила пчелок сразу. Ну, типа того, как все эти, типа, когда убиваются, рождаются пчелки. Так, ладно. В общем, я уже в улье. Ай! Ты чё, блин? Две жизни у меня отняла. Так, в улей зачем я сюда именно в улей хотел? А для того, чтобы с Хорна драться, мне все-таки
почитал, рекомендуется одна штука. Амулет. А он именно в улье. А Хорнет как раз таки я пройти сейчас и не могу из тех боссов, которые мне, в принципе, надо срочно проходить для дальнейшего прохода игры. У тебя там есть еще боссы? О! А, случайно, что ли? Так они не фиолетовые, они так в смысле светятся, как будто фиолетовые, да? На самом деле это они... Ай! Ай. Кто тут их рождает? Бабло, бабло, бабло. Так, ну, в принципе-то мне уже это бабло нафиг не нужно, я так понимаю, да? Мне его и так немерено. Ну что, пойдем налево сходим. Посмотрим, что налево у нас есть, господа. Направо, я думаю, дальше там будет весь прикол. Ого. Бо-бо-бо-бо-бо-бо. Это ж Чак только мощней. Прикольный чувак, он мне понравился. Такой. О. Фига себе, сейчас что-то сломаю. Скамейку сломаю, скамейку. Да, правильно сделал, что я сюда пошел. Ай, вот и карта у нас сразу обновилась. Отличненько. Gracias, amigos. Дырын-дырын-дырын. Так, теперь идем вправо. Что у нас будет дальше, узнаем. Да, это они просто от цвета так поменялись. Ага. Мисс Баттерфляй опять пытается прыгнуть. Ей это удается. Ага, все. А! Ай! Ты. Злюка-пука ты какой, а? Ого! Ба-бам! Так. Так, мне надо-то 900. Мне надо 900, мне надо 900. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так. Блин, чуть-чуть осталось. Интересно, смогу я тут собрать их или нет. 900-то эти. Ну, вроде как дерево, если не соберешь, оно потом дает шанс дособрать. Не знаю, посмотрим сейчас. Я потому что однозначно за ее вот это сейчас первый не смогу собрать. Хотя, наверное, может их... Да япона бог тебя, а! Да ты зараза такая ты, а? А. Умри. Так. Давай, давай, давай. Мне там чуть-чуть осталось. Можно потом к ясновидящей идти. 1-1 остался. Опа, есть 900. Все. Потерял. Контакт. Зараза, так, сейчас пойдем дерево сразу заодно посмотрим. Какое оно стало. А, нет, типа, смотри, я все собрал. Так, ну 900 я смог собрать, соответственно, к ясновидящей мы можем пойти спокойно и обсудить, что она мне даст за это. Ага. Ну да, тут, в принципе-то, идти-то больше некуда было. Ага. Так, ладно. А, подожди, это вот это мой супер прием теперь?
Да блин, заколебали все, я тут пытаюсь бабла срубить по полной. Так, ну если тут будет шеф без всего с одной этой, как его, то это будет вообще фигово. Скамейка, я имею в виду. Потому что такое ощущение, что будет босс. Вот он. Красавчик. Нет? Угу. Ну, 2 жизни он у меня отобрал этот. Как его зовут, блин? Камикадзе. Ага. То есть это был... Давай, отдыхай. Так, ладно, там еще... А. Ага, справился я с ним. Так, 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 так. Ух ты. Давай, давай. Ха-ха, фигушки. Ух ты. Куда вы взялись, блин, тут никого не было. Так, что там наверху-то у нас самый вопрос такой теперь. Наболевший. Наболевший вопрос, что наверху. А. А, блин, вот кто тут наверху. Копыта свои отдал, блин. Да, блин. Мушка. Проход наверх. Да, понятно, ладно. Тогда пойдем налево сходим пока. Блин, так и тут тоже проход наверх. Точно. Так, ну тут какая-то другая тема. Так. Так, тут типа выход куда-то. А, во как. Ну и хорошо. Будем знать. Типа сразу мы сделали выход. Заодно. Ты, блин, чё плохого, как говорится, в этом нет. Даже наоборот, есть хорошо. Так, теперь интересно, большие тут опять будут или нет? Так, большими, большими не пахнет, а вот как сверлом, да. Ха-ха, сверло умерло. Так, ну пока улей такой не особо большой, я бы сказал. Такой он. Ну, в принципе, это понятно было, даже территория запредельного. Давай, давай, давай. Хей, я его обманул. Опа, еще один. А-а-а! Так. Злиться? Да блин! Давай, иди сюда. А, зараза. Все бабло упало. Такое ощущение, что тут, блин, желали нам бабла подкинуть целую кучу. Да ты чё, блин, офигел? О, слава тебе богу, я уже отходил от него. То он меня мог так и замочкануть. Так, давай, подкиньте мне баблишки. Ой, в смысле, душицы.
Иди сюда, маленький. При ударе, при убийстве тебя ты же мне даешь чего-то? Да еб... Блин. О, 902, офигеть. Так, влево-вправо, влево-вправо. Так. Но по логике вправо это финиш, потому что влево выход. Да блин, ты чё такое, а? Ну, точно. Я прав. Не, ну что-то как-то неумеренно денег дают, я не знаю. Вот что мне покупать с этими деньгами, а? Еще и банка нет. А, ну да, вот он. Тот самый проход, который я видел. Но я не знал, как сюда попасть. Так, ну в принципе все, осталось только вправо пойти. Угу. И кто у нас вправо? У нас вот этот... Нехороший. Нехороший жужа. Так, отлично, с этими справились. О, опять. Да сколько денег-то может тут быть? Пчелки-трудяги, а? Назарабатывали все. А я у них у всех отнимаю все это. По-другому никак не назовешь. Мои действия. А, зараза, а ты молодец, хорошо меня подловил. Так, ладно. Да блин, а. Ну зачем столько денег, я не понимаю. Я даже не знаю, что купить на них. Так, ну вот этого парня, в принципе, легко можно одолеть, только главное попасть в него. А, ай-яй-яй. Так. А, амулет. Ой, это же, это маска. Как раз таки она мне нужна была. Отлично. Все, все хорошо пока идет. О, блин, я тебя не увидел. Ай. Сглазился. Фу. Да зараза ты, толстожопая. Прошу прощения за мой французский. У меня так все было хорошо, столько жизни собрал. А, еще вот это есть. Еще ты есть. А, господи, ну что такое, а? Не, ну так, конечно, не особо вроде и сложно тут, но местами есть тема. Так, ну должна, если сейчас будет босс. Это я что там кого задел, я не понял. А, там пчелка. Иди сюда, моя маленькая. Иди, моя хорошая. Молодец. Так, то, ну, однозначно должен быть и от какого. Скамейка, ну потому что я как тут, блин, такое расстояние-то я не пройду до босса. Да, босс. Да ну нафиг. Чё, реально потом такое расстояние проходить? Блин. Здорово. О, ты ниндзя!
Ты ниндзя, реально? Это что такое? Ниндзя, блин! Заколебал! Зараза! Ну, в принципе, так, конечно, не особо он сложный. Но, блин. Но, блин, тут идти до него просто кабздец, я хочу сказать. Это просто жесть. И чё, нет ни одной скамейки до него? Это просто жесть. Ну, ладно, ребят. Хоккей. Что делать-то? Это я прям не знаю. Это вообще жестко. Ну, я как бы, конечно, могу там дойти. Какие-то определенные моменты я понимаю, но в основном-то я не понимаю, как с ним драться. Так это... Ай, ё-моё. Так. Ну, наверх. Ну, а наверх тут сколько, смотри, тварей. Блин, капец, я хочу сказать вам, а, капец. Это жестоко. Ай. Зараза. Так, ну блин. Батя пчелка, каратист, блин. Ты должен с первого раза, в принципе, тогда был пройтись, чтобы так не париться, как я сейчас здесь парюсь. Это просто жесть. Ниндзя, блин, фигов. Так, ну вот. Так, а что я тут, зачем с ними дерусь? Зря дерусь. А, зараза! Ты, блин, капец, а что это он с ними опять с ними драться? Блин, я все бабло потерял. Капецушки. Ну и хрен на него. Ну ладно, ребят, чего так все, оказывается, тяжеловато тут было.
до этого дядьки дойти, да еще с ним драться потом без... Ну, не знаю, но мне кажется, хотя бы должна была быть где-то какая-то скамейка. Ну, видимо, я это профукал. Ну, в принципе, деньги мне не жалко их. Ну, у меня как бы... Что там есть? Вон у меня эти... Есть всякие там амулетики, и в принципе, так что... Да и как бы куда тратить их, я особо это и не знаю. Так что, ладно, ребят, давайте. Спасибо, что были на канале. Увидимся. Тут есть шеф у нас. И я думаю, что с этим шефом... Вот этим конкретно золотым будем драться в следующей серии. Покеда!